Вон Игнатик на щи идет. На обед, видимо. Опоздал я к обедать, но я не буду обедать, я просто так, попроведать вас. Издалека очень красиво смотрится, степь, красненькая еще-то здесь. О! Ну обед-то хороший был? Да. Ну слава богу. Ой. Какие планы-то у вас на сегодняшний день? Ну никакие. А? Купаться хочется. Хотят. Все хотят. Че, кому это? Суши, молока. Так я не вижу тут это. Вроде вон он, дети мальчики. Полное, что ли? Да. Так вас, Алин, мальчики, жжет солнце на обед. Можете шапки надевать во время обеда. Виталий, возьми. Наденьте, а то солнышко шутит по голове. Видишь? Я не понял это, не спросил Сережа-то. Тимофей, когда ты поехал, с тобой деньги давали, нет? Нет, мне деньги не давали никаких. А? Давали. У тебя в руках денег не было? Не было. Все понятно. А то я думаю, время уйдет, а может быть, ну это все-таки самолет. Давайте, ешьте. Хотят сегодня там разобрать зал, кино, чтобы показывать. Да. Давайте покажем. Да. Вот сегодня уже можно купаться. О, сегодня уже в бане не были. Что-то молоток под ногами валяется, он пропадет, его мы не будет. А почему он здесь, Володя? Мы пойдем купаться. Кто молоток этот принес сюда? Я принес молоток. И ты бросил, как всегда? Не бросил, а поклал туда. Я спрашиваю не о том, он под ногами лежит, а здесь сено. Ну тут-то ему место или нет? Нет. Ни один инструмент больше в руки не бери без разрешения. Под записку брать. Бросил, все. И вот уже навсегда пропал. Топоры все потеряли. Где работал, бросил, топора нету. Тимофея компота. А у него вообще не было, да? Давай, корми их хорошо и уводи. Я не знаю, что купаться или еще. Дай-ка мне маленькую компотику. Что-то прям во рту пересохло нехорошо. Мне маленькую. Совсем маленькую. Вон ту. Слава тебе, Господи. Все время носи с собой или вешай рядом. То есть можно этих парней искупать сходить, да? Конечно. А с девчонками что? С девчонками, потом кто с девочками пойдет? Не знаю еще пока. Лиза, Лиза. Лиза. Надо, чтобы не меньше 16-летней. Лиза. Хорошо, умеешь плавать. Лиза. А только Лиза. Значит, ты найди все ведра поганые туда перенести, угу. Которые под картошки. Ни одного ведра там нету. Где они? Где? Везде. Тут часть. М? Там-то все равно какие-то должны быть тоже. На саманном, видать, тут нету. На саманном может быть тоже. Ну а куда делись, когда картошку выкопали? Вы же сажали нынче. Ну они и на саманном, везде. Везде. Заранее сегодня подготовить. Картонки всякие на дно положить. Вика, что еще? Ладно, не буду вам мешать, уехал. Игнатий Тихонович, а нам карманы. Хорошо. Нам картина прекрасная. Им карманы пришили, все. Нам где же Васильевна? Карманы, ну-ка. Вот. Вот это я понимаю. Ну, вот. Замечательно. Ой. Ну вот, видишь как, полотушки теперь не потеряются. Ну ладно, провожайте меня. Ну-ка. Да, быстрее доедайте. Нет, давайте быстрее. Или доешь за нее, она не хочет. Нет, да. Как, а если цифры не ведут? Как включать? Вот остановим. Если не надо, доедай.